Сегодня я хотел бы поделиться с вами темой, которая очень давно во мне как-то так нарастала. Есть темы, есть разные, но вот такие есть, которые нарастают потихоньку, и надо уже о них говорить. Пришел момент. Нет, оно не накипело, но, честно, последних лет 15 я об этом размышлял. Представляете, да? Наросло. Да, точно. И мы коснемся того, что в современном христианском, так скажем, мире называется таким очень емким словом, словом исповедания сегодня. Слышали, да, такое? Вот мы исповедуем. Что можно исповедовать вообще? Веру. Веру, грехи. Да ладно, только это? А что, материальные вещи нельзя исповедовать? Я встречал разные исповедания в своей жизни. Уже сколько, 26 лет я верующий, я слышал такое, что, знаете, как бы вообще удивительные вещи способны верующие исповедовать. Важный как бы компонент — это в конце вот так вот притопнуть ножкой и сказать «Во имя Иисуса!» И вот так еще сделать. Все, после этого все... А? Книжки есть, я знаю. Ой, послушайте. Есть, есть, есть. Поэтому я хочу сегодня об этом поговорить. Вы не подумайте, что я настроен против. Я просто хотел бы поразмышлять об этом. Я никогда не об этом не проповедовал, но стоило бы. Итак, 90-е годы. Бурные, лихие 90-е. Выживали как могли. Помните, да? Кто покаялся в 90-е годы? Ну, 90-е имеется в виду, да? А сейчас такое время. Я когда думаю 10 лет назад, я думаю о 90-х, правда? Хотя 10 лет назад это был 2007 год. Ну, что ж поделать. Тем не менее, вы точно встречали эти учения, правда? То есть провозглашение невероятных вещей. В принципе, иногда складывалось впечатление, что ты можешь провозглашать что угодно. Правда? Я встречал, вот когда там, например, молились о женах или о мужьях, например. Совершенно. Человек, он просто даже в зеркало не смотрел на себя, на свою жизнь не смотрел, но провозглашал такие чудеса о том, что она должна быть красавица, три высших образования, она должна быть, в общем, стройная, модель, образованная и девственница даже еще, знаете, как бы, я, если честно, вам не придумываю сейчас. А ты смотришь на этого человека, который это провозглашает, под 60, и ни кола, ни двора, ни жизни, ничего. И ты думаешь, велика вера твоя, человек. Честно, честно, вот просто такой огонь. И он такой просто там говорит, да, у меня будет жена, она будет. И он перечисляет вот эти все качества. У него все описано, даже бумажка есть, где он записал это все. Почему, вот почему бы и нет? Человек мечтает себе. До сих пор, кстати, у него нету жены. Я даже не понимаю, почему. Ему уже 80, да, с 90-х лет. Но мечтать не вредно, правда? В конце концов, можно вспоминать отцов веры, Авраама, например. Вы читали вообще, что Авраам творил? Да он после Исаака, и он еще женился там. У него еще куча наложниц было, куча детей, которых он еще от Исаака подальше отсылал. То есть, почему мы не можем быть как Авраам? Вот скажите. Главное правильно исповедовать. Он был богатым, да? Дядечка богатый был. Ну, понятно. Мог себе позволить. Тут же вопрос, не важно, что ты можешь купить, можешь ли ты этим воспользоваться. Но судя по количеству детей, Авраам так и мог, да? То есть все нормально, он что-то знал. Итак, доктрина исповедания. Я чувствую, я коснулся многих таких этих близких кому-то чувств. Чьи-то мечты сегодня рухнут, друзья, простите, но мы будем рассуждать. Будем рассуждать над словом. Итак, я порылся в интернете, ну понимаете, да, что же говорят об этой теме вообще, что такое исповедание, есть ли какое-то определение, потому что когда я порылся в Писании, я ничего не нашел подобного, но как бы надо было понять, на чем же строится вся эта история, ну и нашел интересные вещи на самом деле. Итак, оказывается, слово исповедание, с греческого оно означает говорить то же самое, то есть кто-то что-то говорит, и ты просто говоришь то же самое, повторяешь. Я помню, что в 90-е как раз исповедание называли попугайством, да? Было такое или нет? Слышали? Я слышал. Ну, типа, что вы тут ходите, попугайничаете, там вот это у меня есть, я забуду, там побежду и там и так далее. Расслабьтесь, типа. И дальше вот там. Это значит верить и повторять то, что Бог говорит о наших грехах, болезнях и обо всем остальном, что входит в наше искупление.
Ну, то есть ты просто повторяешь о том, что Бог говорит о наших грехах и так далее. Исповедание – это утверждение, проговаривание вслух библейской истины, которой мы придерживаемся. Нормально. Исповедовать – это просто верить всем сердцем и повторять устами Божью заповедь о том, кто мы во Христе. Исповедание – это способ выразить свою веру. В принципе, звучит очень неплохо, но я хотел бы, чтобы мы немножко вот как бы поэтапно разобрали вот эти вот определения. Их есть больше, но мне понравились эти, поэтому мы про них и поговорим. Итак, исповедание – это значит верить и повторять то, что Бог говорит о наших грехах, болезнях и обо всем остальном, что входит в наше искупление. Итак, первое вот это утверждение приводит нас к пониманию того, как Бог смотрит на некоторые вещи. И когда я размышляю об этом первом утверждении, я понимаю, что это очень здравая и очень правильная позиция. О чем идет речь? Смотрите, целью такого исповедания является исправление наших путей, в определенном смысле заучивание правил. Вот, предположим, мы решили выучить какой-то новый язык. Что мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с грамматикой. Жесть, да? Грамматика. Надо ее учить, надо понимать, как она там работает и так далее. Но все мы здесь находящиеся, как минимум, говорим на одном языке. Правда? Русском языке. Правда? Скажите, кто помнит хотя бы 10 правил из русского языка? Жиши с буквой И. Давайте сейчас коллективных 10. Ой, я сомневаюсь, друзья. Я не... А? Да, 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 да. То есть... Чего-чего? Вот я не слышал вот этого правила никогда. Оно есть. Видите? А вот смотрите, вот это, когда мы говорим об исповедании как определенном обучении, это очень важный момент. Мы достаем Писание, мы находим нечто, что Бог говорит о нас в нашей жизни. И мы начинаем это повторять в свою жизнь. Зачем мы это делаем? Чтобы оно пришло внутрь нас и стало частью нашего мировоззрения. Фактически речь идет об определенного рода синхронизации мышления. Мы синхронизируем наше мышление с Богом, с Писанием. И знаете, что происходит дальше? У нас через время появляется определенный навык. Навык определенной качественной жизни в соответствии с Писанием. Это то же самое, как с языком. Ты, когда пишешь слово, ты думаешь, жиши, пиши... Чем пишешь? Через И, правильно. То есть ты проговариваешь, когда ты пишешь, да, само предложение, но через время ты автоматически пишешь через И. А как произошло? Эти правила можно даже не помнить. Ты просто знаешь слово. Ты просто умеешь использовать контекст слова, ты просто умеешь правильно поставить его на свое место, и ты будешь грамотным человеком. То есть, иными словами, эти правила становятся частью твоего мировоззрения, частью твоей жизни, частью твоего представления. То же самое, когда мы говорим об исповедании Слова Божьего в нашу жизнь. Сначала мы говорим, это сложно, я не понимаю, вот я только покаялся, что я за человек, как мне правильно поступить, как мне правильно сделать. Ага, и те говорят, послушай, во-первых, ты должен запомнить, ты Божье творение. И ты ходишь и говоришь, я Божье творение, созданное, как там написано, как я там... Вот так. Вот, я лучше себе на бумажке это выпишу, да? Вот где-то там, вот я положу так. Кто я там, говорите вы, новое творение, созданное, ага. Улавливаете суть, да? То есть вы просто начинаете, с одной стороны, вы исповедуете, вы провозглашаете то, что есть. С другой стороны, ваш внутренний человек, он принимает это слово. И в этом есть невероятно полезная составляющая идеи вообще исповедания. Невероятно. Когда мы находим настоящее Божье Слово, здесь очень важный момент, который относится ко мне конкретно, к моей ситуации, и когда мы начинаем приучать самих себя с связи с этим Словом,
взаимоотношениям с этим словом. Оно тогда становится частью нашей жизни. И Римлянам 12 глава 1 и 2 стих говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Здесь вообще вот так, если посмотреть, вот первый этот стих, описывается очень такой здравый человек, правда? Ну вот просто всесторонне развитый, потому что мы видим, что он представляет тело свое, то есть свою жизнь, то, кем он является, в жертву святую, благоугодную для разумного служения. То есть служение Богу, оно должно иметь, ну, как бы осознанность, а не фанатичность. Вот оно должно исходить из понимания того, что ты делаешь. Это то же самое, когда ты пишешь, ты должен грамотно писать, потому что твоя грамотность, она исходит из понимания правил грамотности, грамотного вообще письма, орфографии и грамматики. Итак, и дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим». То есть не будьте теми, кто синхронизирован, ну, то есть не синхронизируйтесь с теми людьми, которые там где-то, век этот, мир этот, вокруг нас, люди вокруг нас. Но преобразуйтесь обновлением, то есть поставьте себе обновление, закачайте его и поставьте, инсталируйте в свою жизнь это обновление ума вашего. И согласитесь, когда мы читаем слово, оно влияет на наш ум, правда? В том числе. Потому что мы что-то прочитали, и мы где начинаем над ним размышлять? Мы над ним размышляем в нашем разуме, правда? Нашим умом мы делаем какие-то выводы в ту сторону, мы говорим, вот это применимо, вот это неприменимо, а как вот с этим поступить? То есть наш разум участвует, и потом оно переходит и становится частью нашего внутреннего жизни, нашей жизни, нашего сердца, нашего естества. То есть оно становится частью нас. Чтобы вам, смотрите, есть цель, да, всего этого процесса, познавать, что есть воля Божья. То есть этот процесс, он приводит нас к тому, чтобы мы познавали волю Божью, чтобы мы понимали вообще, что Бог хочет от нас, как он смотрит на этот мир, как мы должны смотреть. Что есть воля Божья? Благая, угодная и совершенная. Вот и все. Мы нуждаемся в этом обновлении. И проговаривание Божьего Слова, еще раз я хочу сделать акцент, настоящего Божьего Слова, непридуманного, не то, что я себе придумал. Вы знаете, наши желания, они меняются так быстро. Особенно ярко это видно с детьми, например. Вот он сейчас хочет, через полчаса он уже не хочет. Вот здесь он решил, что он вот, выбрал увлечение своей жизни, через минуту он уже решил, что нет, это не то. Все очень нормально, все очень быстро меняется. И мы с вами так меняемся. Тут мы исповедуем одно, то мы исповедуем другое, то вот третье, то мы... Вот ситуация какая-то появилась, и все. Речь идет о реальном провозглашении Божьего Слова, которое Он дал для укрепления нашего духа. Какие могут быть примеры таких исповеданий? Например, мы можем говорить, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». Это исповедание слова, да? Где можно его применять? Например, когда мы сталкиваемся с какими-то страхами. Это же правда, так? Мы можем говорить о том, что да, там сильно, или мы сталкиваемся, например, с гонениями за веру. Какие-то люди приходят и говорят, ты там такой-такой, и ты внутри сжимаешься, думаешь, я такой, а потом ты вспоминаешь о том, что Писание говорит, что во мне живет Господь, что я часть Его, и ты можешь говорить себе, подожди, что-то они мне какую-то ерунду, дичь какую-то говорят. На самом деле Писание говорит, как там, жиши пишис и, а тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Понимаете, да? И ты все, и у тебя сразу все становится на свои места, потому что ты включаешь правила, и ты говоришь, да не важно, что вы там говорите, я знаю правила. Я знаю, как правильно писать жиши. Я знаю, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Или там, например, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Хорошее слово, правда? Здесь есть несколько моментов, потому что вот как раз можно это слово, как бы, знаете, провозглашать что угодно. Все могу, поэтому... Жена у меня будет молодая, да, я же смогу, но велика твоя вера. Ну, то есть здесь вот
мы дойдем к этим моментам. Здесь вот начинаются проблемы. Истолкование этого слова, да? Но хорошо, если мы говорим, я новое творение во Христе Иисусе. Это правда обо мне? Правда. Правда, да. То есть я могу об этом говорить. Когда я могу об этом говорить? Когда я сражаюсь, например, с какими-то грехами, да? Когда что-то на меня давит, я могу вспомнить это слово. Или, например, я сонаследник со Христом. Это правда. Это правда, мы имеем сонаследие со Христом. Когда-то мы войдем в полноту этого наследства, но пока что мы находимся здесь на земле. Или, например, я говорю таким образом. Я получил силу Святого Духа и могу возлагать руки на больных, и они будут исцеляться, могу изгонять бесов и говорить на иных языках. Хорошее исповедание? По Писанию? Относится ко мне? Можем мы повторить это правило? Когда мы можем его повторить? Тогда, когда мы молимся за больных. Правда? Когда мы сталкиваемся с одержимыми людьми. То есть ты просто напоминаешь себе слово, ты напоминаешь и исповедуешь. То есть это не значит, что ты даешь какие-то приказания кому-то там, да? Но ты обновляешь свой разум, обновляешь своего внутреннего человека к тому, чтобы помнить, как все устроено. Как работает этот мир и как нужно с ним взаимодействовать. Итак, я считаю, что очень хорошо, если у нас, может быть, под рукой будет список таких исповеданий. Может быть, вот просто оно будет где-то сложенным, таких несколько листочков в вашей Библии, и в какие-то моменты это будет какая-то шпаргалка. Поначалу вы будете часто туда обращаться, но со временем это станет вообще сутью вашей жизни. И хорошо открывать периодически, обновлять свою грамотность духовную, обновлять своего человека внутреннего. Дальше, смотрите. Дальше начинается интереснее. Следующее утверждение, которое мы читали, исповедовать, это просто верить всем сердцем и повторять устами Божью заповедь о том, кто мы во Христе. Исповедание – это способ выразить свою веру. И это правда. Исповедание – это один из способов, как мы можем с вами выразить свою веру. Здесь есть несколько моментов, о которых я хотел бы поговорить. Существует исповедание как заявление о своей вере. Иными словами, я человек верующий, и я проговариваю это вслух. Вот представьте, что я пришел, здесь находятся, просто люди находятся, да? Ну, например, какое-то собрание, какого-то кружка. И я выхожу и говорю, здравствуйте, меня зовут так и так. Я человек верующий. То есть я перед вами исповедую свою веру и говорю вам, кем я являюсь. То же самое, когда вы приходите в новый коллектив на работе, люди как люди, но вы можете сказать в определенный момент, когда вам наливают всем, а вы можете сказать, я не пью, да, вот такие вот напитки, которые вы мне предлагаете. Они говорят, почему? Ты говоришь, потому что я человек верующий. То есть вы исповедуете свою веру. Очень важный момент. Иешуа говорит об этом так. Матфея 10 глава 32-33 стих. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Мы помним, что отступление Петра, когда вот он петух там пел три раза, помните эту историю, оно как раз было связано вот с этим моментом. Петр говорит, я с тобой в огонь и в воду, Иешуа говорит, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что это произойдет. И когда пришел момент исповедания, а именно речь шла об исповедании веры, то есть он должен был сказать, я вот с ним. Петр не сделал этого, и мы помним, какая трагедия была в его жизни. И здесь Иешуа, обращаясь к ученикам, он говорит о том, что вы должны понимать, если вы следуете за мной, то вы должны и исповедовать свою веру. Вы должны говорить вслух о своих позициях, если вас спросят. Более того, в другие места Писания говорят, что мы должны это делать кротко, спокойно и объяснять людям, что мы, во что мы верим и как мы следуем. В христианском мире существует определенный обряд, который называется конфирмацией. Собственно, это в католической церкви. Что происходит? До определенного момента мальчику или девочка, они ходят в церковь, и в определенный момент они решают как бы войти на вот, как бы, на, ну, я даже не знаю, как это правильно объяснить,
полностью вот провозгласить, что они верующие люди. То есть совершается определенный обряд конфирмации. Или то, что в иудаизме есть очень похоже, это обряд бат-мицвы, бар и бат-мицвы. Или то, что в других церквях происходит во время водного погружения. Очень важный момент, заметьте, что водное погружение является заповедью. Это не опция, это заповедь, которую каждый верующий должен исполнить. Пройти водное погружение. Кстати, если вы не прошли, поспешите это сделать. Потому что во время водного погружения, во время бат-мицвы, бар-мицвы, человек публично заявляет о своей связи с Богом. Человек публично говорит о том, что я и Он, то есть Христос, который распят и воскрес, мы одно, мы находимся в одном теле. Если вы имеете что-то против Него, вы, конечно же, ну, как бы имеете против меня. Но мы оба вас стараемся любить. Он больше, а я стараюсь. Да? Суть в том, что исповедание как заявление о своей вере, о своей позиции, оно очень и очень важно для нас. И, ну, как бы, будьте готовы на всяком месте к такому исповеданию. Итак, мы повторили то, с чего мы начали. Мы исповедуем Слово Божье для того, чтобы научиться, как жить по Божьим правилам. Мы исповедуем то, кем мы являемся, и исповедуем в этот момент также Слово Божье, потому что мы говорим о Христе, о спасении, о воскресении и о измененной жизни. Но дальше интересный такой вот момент. Когда мы касаемся исповедания и делаем исповедание определенным средством для получения благодати. И вот здесь вот самое узкое место в доктрине, скажем так, об исповеданиях. Отсюда происходят вот такие курьезные какие-то провозглашения, какие-то странности и перегибы. И здесь нужно понимать, о чем идет речь. Эти исповедания, как правило, ну вот в той логике, которой они представлены, или, скажем так, можно попадаются, да, следует проговаривать несколько раз на день. То есть, если вы вот встретите такую статью об исповеданиях или книжку, там написано примерно следующее. Вы должны рано утром, когда вы перед, там, выходите на работу, достать вот этот листочек и начать встать перед зеркалом, тоже еще момент, и начать говорить какие-то вещи. И там перечисление каких-то вещей. Вы должны описать какие-то ситуации, которые есть в вашей жизни, что вы хотите. Ну, как вот мы говорили с самого начала. Молодая, красивая, образованная, до 25, ну и так далее, и так далее. То есть есть четкий перечень критерий, которых важно исповедовать. И нужно это делать очень твердым голосом, без сомнения, и добавлять во имя Ишуа или во имя Иисуса. Да? Ну, то есть, вот такой вот порядок есть. Я сейчас просто вот описываю то, что я видел и то, что я нашел. Например, зайдя на сайты некоторых служений, не называя имен, я встретил вот там исповедание служителя такого-то, например, да? Василия Перепелкина, скажем так. Ну и вот Василий Перепелкин, он как бы провозглашает. То есть это те вещи, все серьезно. Я сейчас вот реальные исповедания. Например, такое исповедание. Я богат, да, запятая, очень богат. Я не знаю, работает ли он, но вы поймите, какая прелесть этого дела. Ты не должен работать, ты должен верить. Улавливаете суть, да? То есть ты не должен думать о том, сколько тебе лет, Николай, не двора, что ты выглядишь, извини меня, Господи, прости. Но она почему-то должна за тебя замуж выйти. То есть как будто эта бедная девушка, она просто, по логике еще, она должна быть счастлива от этого. Ты такой говоришь, здравствуйте, меня зовут вот так, я не работаю, мне столько-то там, и я выгляжу вот так вот там, я вот такой-то, такой-то. Она такая, о, Господи, я всю жизнь тебя ждала. Как же долго же я тебя ждала. Такая логика почему-то включается. То есть человек не думает о том, что надо, например, что-то сделать со своей жизнью. Например, может быть, там, знаете, привести в порядок свое тело, может, образование какое-то получить, вообще работу найти, в конце-то концов. Человек, тебе 60 лет, уже бы пора найти работу. С этого можно начинать, да, чтобы все остальное оплатить. Смотрите,
Я богат, я очень богат. Ну, это просто. Следующее, например, мой кредит заплачен. Вот такое короткое исповедание. То есть у него есть кредит, скорее всего. Я не знаю, я просто скопировал то, что есть на сайте такого знаменитого человека. Я очень богат, и мой кредит оплачен. Ну, то есть есть какой-то кредит, и я просто провозглашаю именем Господом, кровью Христа о том, что он оплачен. По факту он не оплачен, вы понимаете, да, что человеку каждый месяц надо куда-то заносить вот чуть-чуть денег. Но, тем не менее, провозглашение такое. Или, например, ремонт в моем подвале закончен. Ну, я не знаю. Ну, то есть, я понимаю, что, скорее всего, он ремонтирует подвал, и у него там ремонт. Но он провозглашает о том, что ремонт закончен. То есть, что придет какой-то момент, когда он заходит, а там закончено. Или, может, деньги дадут, или люди придут, сделают, или что-то будет. Но ремонт закончен во имя Иешуа Мессии, в конце концов. У меня красивое обручальное кольцо. Ну, тоже такое вот необычное. Вы понимаете, да? Вот реальная штука. Человек влияет на миллионы людей. Вот то, что я вам сейчас читаю, это сайт человека, который влияет на миллионы людей по всему миру, не называя имен, да? У меня красивое обручальное кольцо. Возможно, у него есть некрасивое. И он мечтает о красивом, поэтому он исповедует во имя Иешуа, что... Я не знаю. Мои дети всегда принимают решения, которые радуют Бога. Или, например, ничего плохого со мной не может произойти. Это всего лишь маленький, я больше уже там, ну, как бы, хватит, я так думаю, да? Нельзя сказать, что все во всех этих исповеданиях, оно не, ну, как бы, вообще взято ниоткуда, да? Но, тем не менее, там были хорошие провозглашения о том, что этот человек находится в теле Христа, ну, вот, другие, реально хорошие такие, еще раз, связанные со словом исповедания, связанные с его верой, связанные с Евангелием, связанные со Христом, который воскрес. И это очень хорошо. И в этом, как бы, смотрите, опасность этого момента, когда мы берем что-то правильное, то, что мы с самого начали, берем правила, и мы добавляем в них определенные шаблоны того, как должен вообще быть устроен этот мир. Мы говорим, жиши, конечно, пиши, но еще есть и вот такое правило. Оно подразумевает о том, что ремонт будет закончен в моей жизни, да, в моем подвале. Оно подразумевает, что я очень богат. Я не против, пусть Бог даст ему денег, этому человеку. Но логика вообще такого подхода примерно такая. Я сын или дочь царя. Знаете это, да? Такую аксиому. Да, царский такой подход. А поэтому, как себя должны вести цари? Они должны быть богаты, очень богаты. Какие кольца у них должны быть? Очень хорошие. С большими бриллиантами, да? Какие жены должны быть у царей? Да, какие угодно, правда? Ты же царь. То есть и описывается преимущество царской жизни. Понимаете, да? И отсюда происходят вот такие моменты. Что может случиться плохого с царем? Да ничего, он же царь, правильно? Он всем неприятности приносит, а не ему приносит. Его радует, его кружат. И если этого в твоей жизни нет еще в реальности, значит, в чем проблема? Проблема в твоей вере, правда? Может быть, в неправильном провозглашении, которая мешает этим вещам открыться в твоей жизни. Но, в общем-то, могут еще быть демонические силы, которые блокируют это все. Но с ними тоже можно поговорить. Есть целый ряд специальных провозглашений, связывания, развязывания. Да? Ну, то есть, еще раз, это я не хочу сейчас обобщать очень сильно, потому что, понимаете, в чем сложность разговора на эту тему? Многие эти вещи, они должны быть в нашей жизни, но они должны быть связаны с Писанием. Они должны быть разумные с точки зрения жизненного опыта и с точки зрения опыта Писания. Они не должны противоречить вообще идее Писания. Потому что если мы посмотрим, например, идею «я богат, я очень богат», или, например, что со мной не может приключиться зло, то вы знаете, это противоречит Писанию. Просто само, а это противоречит идее Писания. Мы об этом коснемся. Итак,
Фактически, очень интересно, что нечто подобное мы можем услышать на различных тренингах сетевых компаний, которые продают разные вещи. Кто слышал такое подобное? Кто составлял когда-нибудь альбом мечты? Да? Кто визуализировал свое будущее? Как это происходит? Ты набираешь модные журналы, например, да? Это один из методов. Да, сказали сестры. Я понимаю. Ты набираешь кучу модных журналов, и что ты там делаешь? Ты вырезаешь оттуда атрибуты модной и дорогой жизни. Потом ты, короче говоря, делаешь свой журнал. Все серьезно. Коллаж. Коллаж. И ты вешаешь его на самое видное место. И когда ты проходишь, ты говоришь, это жизнь, которой я буду жить. Я буду там. У меня будет вот это. У меня будет вот это. Я говорю, ну, это все серьезно. Только вместо слова «Бог» там используется какое слово? Высшие силы, Вселенная, космос. Правда? Идея та же. Визуализируй, представь что-то, закати этого. И у тебя, знаете, что дальше там обычно говорят? Нет шансов, потому что все силы космоса будут направлены на то, чтобы это стало реальностью в твоей жизни. Все серьезно. Колдовство, не колдовство, помогает продавать кучу косметики, например. Что-то мой микрофон звучит странно. Это не верующие? Ой, что вы говорите? Видел я верующих, которые с ножницами. Да, они еще, верующие просто добавляют слово во имя Иисуса. Они говорят, не космос это сделает, Иисус это мне сделает. Послушайте, одно дело мотивация. Одно дело, когда человека мотивирует что-то сделать, да? И говорят, ты послушай, ты должен продавать, ты там то. Но здесь речь идет больше, чем о мотивации. Здесь речь идет об определенном обращении к определенным силам, которые должны что-то сделать. И это очень важно. В таком подходе Бог рассматривается как тот, кто не просто может позаботиться о нас, а как тот, кто должен позаботиться о нас. Очень важное слово. Он обязан обо мне позаботиться. Фактически это поиск формул того, как обязать Бога сделать какие-то вещи. Друзья, фактически, давайте говорить реально, это попытка манипуляции Богом. Попытка заставить его сделать так, как я хочу. Я хочу. Вот это так, уловите этот момент. Мы ищем определенную формулу. Логика в чем? Бог дал свое слово. Он не может отказаться от своего слова. Не может отказаться. Поэтому надо найти такое слово, которое очень, ну вот, классно вот к моим обстоятельствам. Ну вот, можно его найти, и оно может относиться к моим обстоятельствам или нет. И вот здесь вот момент вот очень, очень скользкий. Интерпретация этого слова. Потому что если мы находим слово, и оно относится к моим обстоятельствам, Бог отвечает за это слово, как мы говорили с самого начала. Это правило «жиши, пишис и». Но если мы интерпретировали это каким-то своим извращенным образом, извините меня, друзья, но Бог не отвечает за эти слова. Бог не несет ответственности за слово, которое вами интерпретировано неправильно. Он не подвязывается в это. Он, да, вы можете с верой его говорить, вы можете что-то там провозглашать, вы можете визуализировать себе что угодно, но Бог в этом не участвует. И что происходит? Расстройство. Не то слово расстройство. Вы знаете, что иногда люди даже умирают, потому что они идут до конца в каких-то вещах. Они идут до конца. Например, я помню, лет 15 назад, что ли, в одном месте произошла такая серьезная трагедия. Одна, я не помню уже деталей, но суть была такова. В тюрьму посадили маму большой семьи, потому что они начали исповедовать, что у них будет достаток. У них не было еды, у них был пустой холодильник, и они провозглашали о том, что Бог будет наполнять, и они обязаны, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете что? 3 ребенка умерло с голоду. Реально. Только как-то там случайно соседи, там как бы что спасли нескольких, она посадили ее в тюрьму и так далее. Это крайняя степень глупости.
это совершенно не имеет ничего общего с Писанием. То есть они никуда не ходили, они ничего не делали, они не понабирали каких-то мест Писания и провозглашали их. Очень с верой. Очень с верой. Провозглашали о том, что Бог будет кормить нас. При этом игнорируя целый ряд других мест Писания о том, что надо бы, возможно, пойти на работу. А зачем идти на работу, если Бог сказал, что Он будет нас кормить? Понимаете, да? То есть человек берет какую-то часть, но игнорирует все остальное. Бог не участвует в этих вещах. Иногда люди берут кредиты, совершенно не думая головой, как они за них будут платить. Верой. А потом говорят, ну почему-то нет, это сатана, или недостаток моей веры, или еще что-то. Послушай, при чем здесь вообще сатана? При чем здесь твоя вера? Ты просто головой подумай. Для разумного служения вашего. Подумай, что Бог сказал, что тебе надо работать. Перед тем, как ты что-то захотел, возможно, тебе надо сесть и посчитать издержки этой башни, построишь ты ее или нет. Помните, так как есть такое место? Перед тем, как что-то строить, сядь и подумай вообще, потянешь ли. Может, ты не потянешь, и тогда все не, ну, как бы глупости не наступят. Итак, друзья, Бог всегда будет суверенным. Он никогда не будет нашим мальчиком на побегушках. Как бы мы себе этого не хотели. Мы бы каждый хотел иметь, возможно, такого ручного джина. Ты потер, исповедал ему что-то, и он исполнил. Да, мой господин, ты же хозяин лампы. Знаете что? Бог горшечник. Он творит сосуды. И он ни перед кем не отчитывается. Никогда. Он может, но не обязан. Вы знаете, если бы он захотел, мы бы даже не подозревали, что он существует. Ну просто вот, что вот, просто вот не открылся людям, и мы бы жили себе, как жили. Знаете, у нас, вокруг нас, у кого-то есть кот у нас дома, да, у кого-то собака. Они не в курсе, что Бог существует. Бог им не открывался. Да? Но людям Бог открылся, и есть осмысленное хождение за Ним. Иаков говорит такую интересную вещь, 4 глава, 13-16 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один день, и будем торговать и получать прибыль». Видите, да? То есть люди имеют планы, они говорят, поедем в такой город, будем торговать и получать прибыль во имя Ишуа Мессии, в конце концов, верующие мы или где. Проживем там один год, торговать прибыль, да? Вы, Яков говорит, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Видите, как Яков корректирует такое мышление? Он говорит, вы задумали какое-то дело? Делайте. Делайте. Но делайте это в правильной мотивации, с правильным мышлением. Поедете в тот город и всегда помните, что если Бог позволит. То есть здесь нету такого, что, знаете, как бы Бог обязан, чтобы мы поехали, получали прибыль, чтобы там что-то с нами. Если Бог позволит, сделаем то и то. Расписанная жизнь – это очень хорошо. Но что мы знаем о своей жизни и о том, что действительно хорошо для нас в долгосрочной перспективе? Честно, ничего. Мы можем предполагать, что вот там нам будет лучше, но мы не знаем, будет ли там нам лучше. Мы можем говорить, я буду стремиться туда, потому что я буду получать высшее образование, потому что я думаю, что оно позволит мне заработать больше денег и заботиться о семье. Но мы не знаем, будет это правда это или нет, потому что в нашем мире это не аксиома. Высшее образование, вот очень много людей у нас работают не по диплому своему, а где получается, где есть возможность, и высшее образование не дает очень часто преимуществ в нашем мире. Итак, Исаия 55 глава 8-9 стих говорит, «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Видите, да? Но мы понимаем, что доктрина исповедания, она учит о том, что я имею разум Христом, поэтому у меня такие же мысли, как у Христа. Ой, что вы говорите?
Что-то в жизни не видно, когда вы ругаетесь со своей женой, когда вы, когда у вас с детьми проблема, и люди от вас тихонечко так обходят вас таким широким кругом, что у вас разум Христа. Понимаете, да? Мы иногда берем абсолютизмы определенные и говорим, я и плюс вот это Писание, это точно равно. Послушайте, иногда я и плюс это Писание, это дорога в целую жизнь. Когда ты растешь к этому Писанию, когда ты применяешь его в это Писание, мы действительно дети Божьи, и мы действительно способны думать его категориями, видеть мир по-другому, чем видят люди вокруг нас. Но для того, чтобы это стало реальностью, друзья, нам надо расти, это не происходит мгновенно. Действительно, Бог может давать нам какие-то откровения в разные моменты, Он может говорить нам какое-то слово, и это то преимущество, которое имеют дети Божьи, но это не всегда происходит. Это не всегда происходит. Поэтому, несмотря на то, что мы становимся новым творением, наша жизнь, она быстро не изменится. Она меняется, когда живое, настоящее слово приходит в нашу жизнь, а не те желания, которые меняются в течение дня 100 раз в разные стороны. И на самом деле, друзья, Божья суверенность, она выше всяких формул. Мы не заставим Бога. Мы можем попросить Его что-то сделать. И Он оставляет за собой право даже не отвечать нам. На самом деле, мы можем попросить, оно может соответствовать Писанию, но Он оставляет за собой право даже нам не ответить. Или сказать «нет», отказать, хотя написано, что «я дам», да? Ну вот то же самое, послушайте, это же нормально, когда наши дети говорят «дай мне, вот, например, хочу конфет», мы говорим «нет». Это не значит, что мы никогда их не дадим, просто на сегодняшний момент мы понимаем, что ну хватит уже, да? На сегодня уже перебор. А через время, да. То есть это не значит, что слово о том, что эти конфеты твои, например, или что я купил эти конфеты для тебя, или я тебе их обещал, что я тебе их дам, оно не сработает. Оно сработает, но чуть-чуть позже. Подожди немножко, пускай сахар у тебя немножко поправится в правильной стороне, а тот разнесет. Очень мне понравилась одна история. И она из книги Даниила, 3 глава, 16-18 стих. Вообще прекрасная. История о трех еврейских мальчиках или юношах Сидрахе, Месахе и Авденаго. Помните, да? Был такой царь Дарий, совершенно как бы нормальный царь для своего возраста и времени и положения. Он поставил истукана, которому должны были все поклоняться. И вы помните, что эти три молодых человека, они сказали, не будем. И их решили сжечь в печи. Печь реальная, царь реальный, опасность жизни реальная. То есть это не что-то такое придуманное. И вот, значит, они стоят перед этой печью и говорят такое царю. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать на это. То есть он говорит, либо поклонитесь, либо умрите. Они говорят, нет нужды нам отвечать на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Очень интересная постановка вопроса. Что бы сказала вообще идея исповедания в этот момент? Никакое оружие, сделанное против меня, не будет иметь успеха. Можно было бы говорить, да? Бог хранит меня, как зеницу ока. Можно было, ну, то есть множество, можно было вещей вообще наговорить этому Навуходоносору. Согласитесь, правда? Можно говорить о своей вере, о величии Божьем, о том, что он будет как собака умирать в страшных муках, например, или как-то вот много можно было ему говорить. Но они говорят совершенно по-другому. Они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. То есть они говорят правду, они говорят о том, кто есть Бог. Раскаленным огнем. И от твоей руки царь избавит. Если же и не будет того, видите, да, как интересно, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Все очень просто. Никаких особых таких, знаете, связываний, развязываний. Люди исповедуют свою веру, люди исповедуют Слово Божие, исповедуют, кто есть Господь. Они полностью отождествляются с этим Словом, и они несут полную ответственность за свою жизнь. Они реально берут ответственность за свою жизнь. И мы видим, что это очень нормально. Есть вера, есть скромность, есть понимание того, кто
есть Бог. Это, в принципе, то же самое, что перекликается с наставлениями Якова 4 главы. Поедем, будем заниматься бизнесом, если Господь позволит, все будет у нас хорошо. Очень похожий вообще стиль подачи информации, правда? Очень такой разумный, здравый, то есть мы видим ответственность людей. Не мечты какие-то о себе. Люди берут ответственность за свою работу, люди берут ответственность за свою жизнь, люди делают какое-то дело веры, ожидая, что Бог поможет, если будет его милость и будет, будет его поддержка. Мы видим, что Бог вмешивается в ситуацию. Мы видим, что приходит, давайте скажем, Иешуа, да, или некто четвертый, кто защищает их из этого огня. Но знаете что? Он бы мог этого и не делать. Они могли бы реально быть мертвыми людьми, и было бы нормально, возможно. Знаете, почему я так думаю? Потому что на самом деле их это сделало бы мучениками за веру. В истории церкви, в истории вообще веры есть огромное количество мучеников за веру, которые принесли большую славу Господу. То есть, иными словами, с нашей перспективы, как людей, мы можем говорить, жить очень долгой и насыщенной жизнью – это обетование Божие. Но вы знаете что? Достойно умереть – это большая слава для Господа. Это освящение Его имени. Достойно умереть может не каждый. Точно так же, как и достойно прожить может не каждый. И если мы посмотрим, например, на жизнь апостола Павла, то его жизнь, она абсолютно не похожа на человека, который бы имел какую-то визуализацию, который нарезал где-то там из модных греческих журналов каких-то вещей, наклеил и ходил, и как-то вел себя вот таким вот своеобразным образом. Когда Павел рассказывает о своем служении, складывается впечатление, что было ему весьма сложно. Смотрите, 2 Коринфянам 11 глава, 23-27 стих. Он там перечисляет вообще целую главу там этого всего, но суть вот таковая. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах». Нормально тогда? «Более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробил в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Кто? Супер, визуализация у него, да, то есть... Как вам жизнь верующего апостола? Прекрасно, я так думаю. Да, но мы же как бы дети Христа, мы дети царя, мы должны царствовать, мы должны рулить процессами. Вот вообще не видно. Честно, да? Но когда он приходил к одержимым людям, возлагал руки на них, бесы выходили. Точно так же, как было и с Петром, и с Павлом, помните, да? Как-то там люди, которые 7 сыновей первосвященника Скевы, да, они пришли, возложили, бесы их побили хорошенько, говорят, мы, в общем-то, в курсе, кто такой Павел, мы в курсе, кто такой Иешуа, а вас что-то мы не знаем, да. Вы, наверное, что-то не то себе представляли. Вы думали, что мы сейчас вот выйдем, что ли, да? И дали им хорошенько. Иными словами, друзья, есть определенная однобокость, и она приносит проблему в хорошее дело. Она приносит проблему в хороший Божий инструмент, который способен делать нас крепкими, способен быть благословением для нас, для тела Христа и друг для друга. Мы видим, что Павел, он просто вставал, делал свое дело, к которому Бог его призвал. Он исповедовал свою веру во Христа, отдавал ему свои нужды и принимал все то, что Бог приносил в его жизнь, как доброе, так и тяжелое. Он просто принимал эту жизнь, но был постоянен в том, чтобы исполнять его дело. Итак, какой вывод из всего мы можем сделать? Нам необходимо переосмысление некоторых доктрин в нашей жизни, которых, возможно, мы держались очень-очень долго. И давайте так посмотрим реально, они просто не работают в нашей жизни, они не работают в жизни других. Это просто
Есть такая поговорка на польском языке. Это просто мечты отрубленной головы. Вот еще раз. Это просто мечтание головы, которую уже отрубили. То есть уже все для ее жизни, уже все закончилось, но она себе мечтает. Я буду жить так, вот так. У меня будет вот такая жизнь. Не прилагая никаких усилий, не беря ответственность за то, что происходит. Мы никогда не сможем заставить Бога сделать что-то, вот что нам нужно. Не сможем. Он не ручное животное, он не ваш сын, которому вы можете сказать «пойди, приди», он не ваш раб и вообще. Он всегда будет горшечником для нас, а мы всегда будем для него глиной. Он будет единственным, чья воля будет как на земле, так и на небе. Друзья, не наша воля будет волей на земле и на небе. Мы можем обращаться к Нему с просьбой, мы можем говорить какие-то вещи, но в конечном итоге всегда важно помнить, последнее слово, последнее решение за Всевышним Творцом. Он определяет, что происходит в этом мире. Поэтому в вопросах исповедания очень мудро будет держаться следующих, так скажем, правил. Прежде всего, друзья, найдите место Писания, которое, важное слово, точно относится к вашей ситуации. Точно относится к вашей ситуации. Будь очень внимателен к тому, чтобы не принимать на себя то, что вообще Библия не говорит о тебе. Мы иногда читаем какие-то вещи, и мы просто вот... Помните, вот, например, ну, такие известные моменты. «Спасешься ты, и спасется весь дом твой». Кому было сказано это слово? Это было сказано стражу, если я не ошибаюсь, да, в темнице. То есть конкретный человек в конкретных обстоятельствах получил вот такое откровение. Мы говорим, я читал Библию, и там написано, спасешься ты, спасется весь дом. Все, значит, я спасусь, и все мои родные спасутся. И ты удивляешься, почему они не спасаются? Потому что это слово не относится напрямую к тебе. Сейчас чувствую, как все напряглись. На самом деле, друзья, Бог может вам сказать такое слово? Может сказать. Но если говорить реально, вы вырываете его из контекста, и вы потом думаете, почему они не спасаются? Потому что они не хотят. Может быть, они не хотят. Бог считается с нежеланием спасаться некоторых людей. И они уходят, куда уходят. Вот и все. Но может быть такое, что Бог скажет, вот, например, ты будешь читать, и наподобие той ситуации Бог может проговорить в свое сердце, и ты услышишь, а тому говорит, видишь, когда-то я сказал такому человеку это слово. И я хотел бы, чтобы ты принял это слово для себя. Я тебе так же говорю. И здесь все зависит от того, насколько вы умеете слушать Бога. Улавливаете, да, суть? Но если реально, это слово к вам не относится. На примере, вы знаете, что когда берутся слова, которые к вам не относятся, знаете, что появилось? Теология замещения. Именно в такой логике. Брались места, обетования, которые были для еврейского народа, и применялись как угодно, кому угодно. Поэтому церковь у нас новый Израиль, поэтому у нас другие перекосы, поэтому вот евреи теперь не важны, а мы теперь важны и так далее. Вся эта глупость, которая развивается на вот такой подмене объекта, к которому обращено пророчество. Это очень опасно. Опасно тем, что вы можете верить в то, что не говорит Писание. Вы можете вкладывать свою жизнь, свои силы, свою энергию туда, за что Бог, так скажем, не несет ответственности. Да? Вы можете думать, что ну, Бог отвечает за свое слово. Бог-то за свое слово отвечает, только это слово сказано не вам. Оно сказано еврейскому народу, и оно обязательно исполнится. Уловили суть? Итак, первое, что нужно, найдите слово, которое 100% относится к вашей жизни, либо прямо к вашей ситуации, либо вы имеете ясную рему, ясное откровение о том, что Бог проговорил вам вот в конкретной ситуации, о том, что вот в вашей жизни произойдет так, как сказано было вот тем людям. Принцип определенной аналогии. Уловили, да? Я просто вас очень прошу, будьте мудры в этом. Это же так, ну, очевидно. Дальше. Начинайте изменять свой взгляд через призму этого слова.
пусть это слово поможет тебе по-новому посмотреть на то, как устроен этот мир. Или иными словами, повторяйте «жиши», «пишис» и столкнулся со своей ситуацией. Достаешь слово и начинаешь его как бы заучивать, делать частью своей жизни. Потом ты не будешь уже его заучивать, оно будет внутри тебя, ты просто будешь знать, как оно работает. Ты просто будешь помнить эти правила, подсознательно будешь грамотно реагировать. Когда ты говоришь, у меня будет такой-то муж, у меня будет такая-то жена, это все очень здорово звучит. Но, может быть, стоит посмотреть на свою жизнь. Иными словами, одно дело что-то говорить, другое дело взять физическую ответственность за то, что, о чем ты говоришь. Если ты говоришь о богатстве, не жди, что оно придет и упадет вот где-то сверху. Начни работать. Начни заботиться об образовании. Если ты говоришь о здоровье, ну, в конце концов, дай Богу шанс, выпей таблетку хотя бы. А то ты вообще, ну, как бы, такое бывает, что, знаете, я не говорю, что Бог не исцеляет. Исцеляет, по-разному Бог исцеляет. И с таблетками, и не с таблетками. Но я встречал такое, когда человек игнорирует совершенно разумные вопросы, провозглашая, вот, что он будет жив, здоров, и все будет. Он просто, ну просто, понимаете, не одет, не раздет, мокрые ноги и куча каких-то болезней, но все, он здоров во имя Иешуа Мессии. Это очень сложная тема, я все понимаю, но тем не менее, проявляйте ну, разум. Он дан нам Богом, чтобы мы заботились друг о друге, заботились о самих себе. Это мудро делать также что-то, дела веры со своей стороны. Итак, нам необходимо брать ответственность за ситуацию. Не просто исповедовать, но и трудиться, но и делать что-то для того, чтобы это произошло. И также, друзья, ожидайте Божьего вмешательства, ожидайте чуда в смирении. Всегда, всегда в своих провозглашениях, всегда в своих поступках веры давайте место Богу. Он и так его будет иметь, даже если вы ему не дадите. Но лучше, если вы дадите это место, если вы в смирении скажете: «Господь, вот мой план, я верю вот так. Если я верю как-то неправильно, я открыт, чтобы ты подкорректировал меня». Ну это ж, согласитесь, глупо упереться в свою глупость, да, и верить в то, что Бог не говорил. И потом еще обижаться на него, что он не делает. Лучше быть открытым в смирении и говорить: «Боже, если я что-то вот не понимаю, приди, пожалуйста, в мою жизнь и подправь меня. Пришли мне, может быть, людей, или покажи мне какие-то писания, места, или покажи мне какие-то вот моменты, которые правильно меня наставят. Сейчас, вот на сегодняшний момент, я вижу это вот так, и я в простоте своей двигаюсь». И я верю, что Бог с искренним поступает, искренне, Он выходит навстречу и наставляет. Дайте Богу место, позвольте Богу быть Богом вашей жизни, Он ваш горшечник. Он не обещал нам легкого пути в Царство Небесное. И мы видим то, что происходило с апостолом Павлом. Нету такого заверения о том, что жизнь верующего – это жизнь абсолютно богатого, очень богатого человека, у которого сделан ремонт, у которого красивое кольцо и так далее. Нет таких заверений от Бога. Вы можете просить Его об этом. Ну просто, это нормально попросить. «Боже, дай мне мудрости и милости закончить ремонт». Но это значит закатать рукава и красить. Это значит не ожидать, что ангелы Божии, которые придут, они все покрасят за вас. Они могут, но почему-то так не происходит в большинстве случаев. Правда? Почему-то Бог действует через людей, через помощь тела. Когда вы кого-то просите, говорите: «Слушай, помоги мне пошпаклевать эту стену». Человек приходит и помогает. Или кто-то приходит и говорит: «Там, вот я, у меня есть вот эта возможность». Мы можем сказать: «Видите, все равно за этим стоит Господь». Конечно, стоит, но действует Он по-другому. Он действует через естественные взаимоотношения в теле Христа. Итак, Он не оставит нас. Он не покинет нас. Он всегда будет рядом с нами. Мы действительно Его ценность. Это вещи, которые есть в Писании, которые являются правдой о нас. Но Он не обязан исполнять все наши прихоти и все наши «хочу». Даже если мы скажем «во имя Иисуса». Друзья,
Это не способ заставить его что-то делать, сказать имя Иисуса. Это важная вещь. Мы об этом можем поговорить как-то в отдельный момент вообще о имени Иисуса, о крови Иисуса, о взаимоотношениях с этими вообще понятиями. Поэтому я от всего сердца желаю вам, может быть, переосмыслить какие-то моменты. Я никого из вас не хотел обидеть, если, возможно, вы почувствовали, что есть вот что-то, ну, это не лично. Сейчас я говорю кому-то, но я вижу, как множество проблем приходит в жизнь верующих людей, когда они верят в то, что Бог не говорил. И это очень печально, потому что жизнь проходит напрасно, зря. Люди страдают, разочаровываются, отходят от Бога, хотя на самом деле нужно было всего лишь немножко изменить. Сегодня у нас время причастия. Очень важный и хороший момент, где мы можем обновляться в нашей вере, обновляться в наших взаимоотношениях с Богом. И я прошу вас, чтобы мы встали и вместе мы помолились о том, что мы говорили, а также еще больше приготовили свое сердце к принятию тела Христа. Боже, мы благодарны за то, что Слово Твое живое и действенное. Слово, которое исходит от Тебя, оно производит изменения в нашей жизни. Мы очень Тебе благодарны за это. Слово Твое, оно направлено на нашу жизнь для того, чтобы созидать в нас Твое Царство, чтобы Твое Царство росло в нас, чтобы мы росли в Тебе, Господь, чтобы мы были здоровыми в духе, душе и теле, Господь. Спасибо Тебе за это благословение, Слово Твое. Спасибо Тебе, Боже, что Твои мысли, они выше наших мыслей, Господь. Мы хотели бы всегда в своей жизни давать место Тебе, Боже. В смирении давать место, Господь. Это не значит, что мы будем соглашаться с какими-то дьявольскими атаками, с давлением, что мы будем соглашаться с бедностью, или мы будем соглашаться с какими-то несправедливостями в нашу сторону, Боже. Но мы всегда хотели бы иметь сердце открытое для Тебя, Боже. Мы всегда хотели бы иметь разум открытый для того, чтобы изменять и просто в простоте говорить, я ошибался, я так не, ну, я думал по-другому, Боже, прости меня, пожалуйста. Господь, и исправлять свою жизнь и двигаться дальше. Милостивый Боже, Ты был, есть и всегда будешь. Милостивый Господь, мы очень благодарны Тебе за тело Христа, которое было ломимо за нас. Мы очень благодарны Тебе, Боже, за Твою заботу. Мы очень благодарны Тебе, Боже, что Ты не оставишь и не покинешь нас, что мы ценны перед Твоим лицом, как зеница ока, Ты бережешь нас, Господь, и Ты, Господь, любишь нас со всеми нашими заморочками, со всеми нашими какими-то проблемами внутренними. Ты, как горшечник, принимаешь нас и лепишь из нас свои сосуды, Боже, как Ты пожелаешь. Помоги нам быть смиренными. Помоги нам быть открытыми. Помоги нам, Боже, быть теми, кто берет ответственность за свою жизнь, за свои дела и за свои действия. Во имя Иешуа Мессии.